Администрация поселка Айхал помогает собрать в школу детей из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей. Так, в рамках акции «Помоги пойти учиться» необходимые подарки получили 22 школьника. Пакеты были укомплектованы школьными принадлежностями – карандашами, акварелью, альбомами и пеналами. Канцелярские товары предоставлены администрации Мирнского района. Ребятам и родителям такие подарки пришлись по душе. Сегодня в поселке действуют разные программы поддержки таким категориям семей. Перечень документов для получения льгот простой. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Айхальской администрации или в социальном отделе. В рамках программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» заложены денежные средства для приобретения канцелярских товаров. То есть родителям и детям будут предоставлены деньги для приобретения канцелярских товаров именно для того, чтобы ребенок пошел в школу.